так завершилась экскурсия в Рязани, где грибы с глязами их берут, они бегут. Достаточно такой уютный провинциальный городок, который уже практически полностью перестроился на новый социальный или как космополитный лад. Новые дома, новые улицы, новые машины, новые дороги. Аккуратный, тихий, спокойный, уездный городок Рязань. Хотя раньше говорили, что Рязань — это город номер 3 после Москвы и Киева. Вот здесь сюда собирались все купцы с севера, купцы с запада и купцы с востока. А также через Рязань проходила граница Руси. Дальше Рязань уже идут степи, с которых осуществлялись набеги на Русь. Вот. Осмотрели сегодня несколько парков. Верхний парк, Пьяный парк, где находятся грибы с глазами, те самыми глязами. Также Кремлевский парк, памятники Есенину. И, конечно же, самую такую фишку рязанскую — это Кремль. Рязанский Кремль. Почему-то все думают, что слово Кремль — это сразу должно быть стены, большие башни, все. А здесь этого нету, но есть большой крепостной вал, на котором раньше стояла огромная деревянная крепость с 12 башнями. Потом, когда функция этого Кремля стала ненужной, так как Крым, граница перешла к Крыму, российская, решили его разобрать. Вот. А ансамбль церквей и монастырей, которые были внутри этого Кремля, остались. Также там различные палати белые, белокаменные находятся, хозяйственные постройки и так далее, и так далее. Достаточно интересно такое место, большой музей под открытым небом. Мне здесь в целом понравилось. Всем добра, Алекс.